Здравствуйте, граждане казахстанцы, меня зовут Такьянов Биржан. Немного покопавшись в законах в Конституции Республики Казахстан, я понял одно. То, что меня не имеют абсолютно никакого права задерживать на митингах. Я имею полное право, когда захочу, где захочу, во сколько захочу митинговать. Я не должен никого предупреждать об этом. Абсолютно. Итак, товарищи полицейские, вы, являясь госслужащими, вы должны знать законы и Конституцию Республики Казахстан. Отталкиваясь от нее, вы имеете полное право делать те или иные действия. Задерживать, собственно, там, ну, вы поняли. Давайте приступим. Статья 32 Конституции Республики Казахстан. Что в ней сказано? Граждане Республики Казахстан вправе мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Точка. Точка. Пользование этим правом может ограничиваться законом в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц. Точка. Далее ничего не написано здесь больше. Не написано никакой ссылки. Не написано о том, что я должен кого-то уведомить, предупредить, рассказать, сказать о том, что я выхожу на митинг. Понимаете, да? Далее. Товарищи полицейские, это к вам. Статья 2. Правовая основа службы в правоохранительных органах. Пункт 1. Изложен в редакции закона Республики Казахстан от 29.10.15. Номер 374. Начнем. Правовой основой службы правоохранительных органах является Конституция, акцентирую, Конституция Республики Казахстан, Трудовой кодекс Республики Казахстан и закон Республики Казахстан о государственной службе Республики Казахстан с особенностями, предусмотренными настоящим законом, закон Республики Казахстан, регулирующий деятельность правоохранительных органов и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан. Точка. То есть, опять же, товарищи полицейские, вы должны отталкиваться от Конституции Республики Казахстан и Трудового кодекса Республики Казахстан. Не от приказа, который вам там кто-то сидит по рации передает, что вы должны вот быстро их ловить. Нифига не поэтому. Естественно, опять статья 32 Конституции РК. Там ничего не написано о том, что я должен кого-то предупредить, уведомить. Понимаете? Вообще этих слов нету. Никакой ссылки, ничего нету. Так что, если вы вдруг меня задержите, да? Или кого-либо задержите, кто хотел просто высказать свое мнение, вы, товарищи полицейские, являетесь преступниками уже по закону Республики Казахстан. И не действия за то, что вы не действовали по закону Республики Казахстан. За то, что вы не отталкивались от Конституции Республики Казахстан. Статья 32. Так что, дорогие друзья, дорогие казахстанцы, не нужно ничего бояться. Все просто огонь. Понимаете, да? Мы можем смело и спокойно митинговать, пикетировать, собираться. Нас даже они пальцем не имеют права. Но в Конституции написана одна вещь. Такая, чтобы была в интересах государственной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и свобод других лиц. То есть полицейские, товарищи полицейские, должны нам обеспечить данную безопасность, защиту. Понимаете, да? Я хочу, чтобы каждый гражданин Казахстана зашел, почитал Конституцию Республики Казахстан. И также эту правовую основу службы в правоохранительных органах. Если вас задержали, короче, на митинге, знайте, что это абсолютно незаконно со стороны полицейских. Это был просто приказ. Это был просто приказ.